приехали смотреть церкви. Я не любитель, но девчоночка, которая со мной едет, она вот любитель. И она выписала, какие есть церквушки. Деревянные, да, старинные деревянные, говорят, в аварийном состоянии. Вот они. Ну да, тут всякими подпорками пытаются держать. Посветлее попробую сделать. Да, интересно, были какие. Это мы в Архангельской области. Если видно будет, я вам плакат покажу. Но не уверена, что мы его увидим. Ни прохода, ни проезда прямо к церквям нет. Снег. Все усыпано. Храм. Так, храм священному. Ой-ой. И Власия, священномученика, Власия, епископа. Севастийского в Тулусе. Боже ж ты мой. И баран чихал. Попробуй выговори. Интересно, да, такая необычная. Мне кажется, в наших регионах, ну вот этой Средней России, если сохранилось, так что-то каменное. Здесь, видите, вот такие вот деревяшечки. Да, видимо, столько не очень. Снежок. Нет бы, солнышко нам выглянуло. Но не выглянуло. Да, все покосилось. Снег падает. С нее все кривенькое. Косенькое. Вон там еще одна. Может, она позднее. Девушка, которая со мной едет, сказала, что надо вот эту смотреть. А та, видимо, так просто. Просто так. Обзор я и закрыла, нет? Ничего. Ну вот, как-то так.